И всем привет, с вами, как и всегда, мистер Ричард Пончик. Сегодня мы смотрим мою коллекцию скрепышей. Вот, посмотрите. Hot Wheels, Магнит, Кашка, Рыбка Дори, Сердечко, которое блестящее, но которое не видно. И вот такие вот. И Базз Лайтер, последний Базз Лайтер. У меня их пока что 11. Сегодня будем открывать скрепыши. Сколько посчитаю раз? 5 скрепышей. Нас сегодня обманули в семейном магните. Давайте откроем вот этот первый пакетик. Чего? Что за обман? Здесь нет скреп... Серьезно? Здесь нету скрепыша. Здесь тоже нету. Чё за обман? Давайте откроем желтенький. Желтенький везучий. Ура! У меня нету такой. Смотрите, какая мне попалась в желтом пакетике. Это же это. Теперь мне будет Ивола. Ура! Ура! Первым в коллекцию новую. Так, желтенькие пакетики мне везут. Давайте теперь откроем красненький. Я хочу, чтобы мне попался вот такой вот. Или такой. Ну, не знаю. Давайте откроем. Ну, серьезно? Нет, это повторка! Это вот такая вот повторочка. У меня уже она есть. Ну, ладно. Продам повторочку. Чё? Опять Эльза? Серьезно? Эльзу опять продам. И, пожалуйста, поставьте лайк над этим видео. Подпишитесь, пожалуйста, я вас прошу. Подпишитесь. У нас только в одном пакетике везло только одна. Дальше мне повторы. Ну, что будет за мной? Да вы серьезно? У меня один Олаф и целых 3 Эльзы. Целых 3 Эльзы и один Олаф. Серьезно? Только в одном пакетике повезло. Вот этом... Все, надо только брать желтый на кассе. Понятно. Желтый на кассе везутие. 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 Давайте сейчас прикрепим вот такую вот Эльзочку к моей коллекции. Давайте прикрепим к машинке Hot Wheels. Знаешь, что мне там хэштег-то мне попался, например. Или там Вискисыч. И вот так выглядит моя коллекция с Эльзочкой. Вот так вот. Вот так моя коллекция выглядит. И правда, теперь я буду только одни желтые пакетики брать. Не правда везучим. Я в шоке. Мне попалось целых 3 повторки. Ладно. Целых 3 повторочки. Только в желтеньком пакетике везло. А я думала, что там тыковка попадется хоть. Ну ладно. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.